Уже к 5 утра у Самарской соборной мечети собираются сотни человек, еще больше уже внутри. Курбан-байрам – один из главных мусульманских праздников. День духовного единения по традиции начинается с праздничного намаза и проповеди муфтия. Такое чувство, как будто бы я действительно весь мир мой. Все вот эти мусульмане, все мои друзья, все товарищи, все родные. Особое значение Курбан-байрам имеет для многонациональной Самарской области. В регионе почти 300 тысяч мусульман. Добрососедские отношения держатся на прочном фундаменте взаимного уважения к традициям и культуре разных народов. С утра приехали сюда, идем, все поздравляют друг друга, незнакомые. Есть. Даже вот со Средней Азии, ребята, мы сами самарцы. Все здороваются, все здоровы, все радостные. В этот день у мусульман принято посещать могилы родственников, ходить в гости, подавать милостыню. Мясо, принесенного в жертву барана, по традиции раздают неимущим. Этот обряд олицетворяет щедрость и братские узы всего человечества. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.